Этот двор на улице Птицеводов, 5, был включен в программу капитального ремонта дворов еще в прошлом году и отремонтирован всего за 4 дня. Хотя обычно работы производятся в течение нескольких недель. По словам жителей, тротуар положен на старый асфальт. Бордюрный камень не заменен, а вот здесь сразу после капремонта образовалась большая яма, у которой не раз оступались жители. Залатали ее недавно. На удивление, ближайшие дворы 3 года назад были отремонтированы идеально. По улице Костичева, на Новатор в том году делали тоже все капитально. А вот этот почему-то сделали вот в таком состоянии ужасном. С чем, не знаете, конечно. Вы знаете, мне кажется, может, мы, я не знаю, на конце на самом городе находимся, как на отшибе. Вот знаете, вот так вот сделали, может, думали прокатить. Ну, я как бы оставлять это так не хочу. Мне хочется, чтобы сделали все капитально. Мы хотели покрасить бордюры желтым-зеленым, как полагается, а все осталось в таком старом виде. Жители уже писали обращение в прокуратуру по Московскому району и в областную, а также адресно на имя главы администрации. Пока никакого ответа не последовало. Новый асфальт, который вы сейчас видите, положили после ремонта крыши соседнего дома. Стройматериалы повредили дорожку после ремонта. Но даже на глаз видно, что новое покрытие не протянет и года. Жалоба поступает на то, как у нас происходит ремонт во дворах. И вот пример того же Птицеводов 5 или 4-й линии дом 34 указывает на то, что, к сожалению, не все еще умеют работать так, как нужно. Или нет должного контроля за расходованием бюджетных средств, которые выделяются на ремонт придомовых территорий. Если мы видим подобное, то понятно, что нужно подвергать критике, в том числе и тех, кто наделен полномочиями власти, но, к сожалению, не следит за тем, как расходуются бюджетные средства. В прошлом году на ремонт дворовых территорий города было выделено 20 миллионов рублей. На них, согласно документам, отремонтировали 37 участков. Из Московского района вошли только 10, в числе которых и этот двор на улице Птицеводов. Все ли средства дошли до крайнего дома и будет ли здесь когда-нибудь действительно капитальный ремонт, пока сказать сложно. В этом году он не включен в план, а значит формально он числится отремонтированным.